Коллеги, добрый день всем. Всем желаем отличного рабочего вторника. Да, у нас сегодня рабочий. Все-таки на этой неделе рабочая неделя началась во вторник. Мы продолжаем наши прямые эфиры с представителем отелей. За несколько минут к нам присоединится представитель египетского отеля Sistar Beauty Wash. Мы сможем просмотреть, как отель подготовился к открытию, он уже работает, что изменилось в отеле. Вообще, знакомиться с данным отелем. Как по мне, это один из моих любимых отелей в Египте. Хотелось бы также напомнить, что мы достаточно активно летаем в Египет. Полетная программа стартовала у нас с 1 августа. Поэтому, пожалуйста, просматривайте. Есть по поиске тура, доступные туры из Киева в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх. Также есть из Львова. Также хотелось бы отметить, что есть места на ближайшие даты, поэтому также подбирайте туры. Кто еще не успел забронировать, цены очень доступные, поэтому с удовольствием отправим вас на отдых. В течение эфира будем стараться сразу, то будем немножко позже. Поэтому задавайте, пожалуйста, с удовольствием все ответим. Добрый день! Добрый день, Антон. Слышно меня хорошо? Отлично слышно, отлично видно. Как у вас дела? Как погода в Египте? Можно масочку снять? Да, конечно. Да. Ой, погода у нас замечательная. Очень жарко, конечно, сегодня. Сильная влажность, около 40. Ну, а так, в принципе, ничего, нормально, держимся. Осталось немножко, и уже будет похолодание потихонечку. Как у вас вообще загрузка? Как дела? Что изменилось в отеле? Ой, ну, загрузка пока у нас, конечно, минимальная. Пока на данный момент у нас около 15%. Угу. Вот, у нас была большая очень группа. Здесь были парламентские выборы в Египте, и к нам приезжала очень большая группа из 200 человек. Они помогали, они были из Каира, они помогали здесь, в Хургаде, по организации выборов. То есть они у нас были поселены. И вот, они сейчас уехали, и как-то сразу опустело все. Без них сейчас вот 15%. Пока египтяне, только египтяне у нас. Понятно. Что вы нам сегодня покажете, расскажете? Потому что, ну, если честно, это один из моих любимых отелей, поэтому я в предвкушении. Мне он очень нравится. О, супер, да? Мне тоже. Вот. Значит, смотрите, давайте, наверное, я сейчас переключусь, да? Да. Покажем сейчас всем сразу просто... наш отель, как он выглядит извне. Мне очень просто плохо видно, потому что сильное солнце, я даже не вижу, что снимаю, скажем так. Но буду стараться, как могу. Так, вот, вот наш любимый отель. Это наш Sistar Beauty Wash. Мы находимся в Хургаде. Вот, это наш entrance, наш вход. Что изменилось? Сейчас изменилось следующее. У нас есть определенная вот наклеечка. Это бас-стоп, около которой останавливается трансфер, который привозит гостей. Здесь сразу, у нас сейчас как раз заезд был, поэтому у нас носильщика пока нет. Здесь поджидает два носильщика, один в такой желтой специальной защитной униформе, который забирает багаж и полностью обрабатывает. Вот. Специальные здесь тоже у нас наклеечки, где они делают стерилизацию вот багажа. Вот у нас есть такие наклеечки, здесь он стоит. Здесь они его, получается, полностью обрызгивают и потом уже заносят через главный вход. Также вот у нас перед ступенечками есть такой ковер. Здесь он у нас пропитан полностью хлоркой. То есть каждый должен сначала ноги протереть и потом уже заходим. Вот, дальше вход. Здесь у нас... два санитайзера. И дальше заходим. Следующее у нас получается около охраны у нас вся дальнейшая дезинфекция. У нас здесь масочки, у кого нет, перчатки. Обязательно измерение температуры. И дезинфицируем ручки. Дальше. Следуем. И следуем дальше мы к ресепшену. То есть везде у нас стикеры на полу, везде дистанцию соблюдаем. Также вот доходим к лифту.
Вот, также везде стикеры. Весь персонал в масках. Около ресепшена все наши сертификаты. Вот, наш сертификат Актуинор, который вот мы получили по поводу именно коронавируса, что мы имеем возможность, имеем право сейчас работать в условиях вируса. Дальше идут наши стенды. Где немножко картинка искажается, но остановитесь, пожалуйста, на одном месте, возможно, интернет просто подгружает. Стою на одном месте. Хорошо видно? Сейчас оно что-то как... не очень, видимо, может, такую зону зашли. Ну, да. Слышно хорошо, но видно картинку, к сожалению, нет. Я сейчас как раз в центре на ресепшене. В принципе, у нас здесь должен хорошо интернет ловить. Так, сейчас иду к ресепшену. Угу. Вот, персонал тоже здесь. Здесь хорошо видно, Антон? Ну, так, вот здесь сейчас хорошо. Сейчас хорошо, да? Ладно, тогда я пока постою на одном месте. Вот, это наш персонал, тоже все в перчатках, в масках. Вот, здесь тоже дистанция, стикеры есть, есть ленты, вот, по оба бока. И, соответственно, все документы мы складываем в корзиночку. То есть руками ничего не передаем, лично в руки. Затем у нас есть вот такой стол около ресепшена. Вот, здесь у нас тоже маски, перчатки, санитайзер, ручки. Ручки у нас сейчас one way, то есть они их выбрасывают, либо же забирают с собой. Они их не оставляют. То есть один раз гости взяли, попользовали, все, они либо же выбрасывают, либо же они забирают с собой. Здесь заполняются анкеты и, соответственно, уже снова кладутся в корзиночку. Вот, у нас сейчас как раз заезд. Вот, в принципе, ресепшн у нас весь. Также у нас стоит вот огромный стенд перед входом в ресторан. Точно, как я только что показывала. Те же правила. Все точно так же. Что сейчас делаем, Антон? Можем пройтись по территории. Номер хотели бы увидеть. Ресторан. Мы хотели бы увидеть все по максимуму. Вот все, что можете. Хорошо. Давайте тогда начнем сейчас... Или давайте сейчас начнем с ресторана, давайте. С комнаты, и дальше пойдем к пляжу, да? Да, а, также отлично. Также хотела заметить, вот у нас получается здесь такая вывеска, видите, на диванчике, да. Что нельзя сейчас сидеть вот три человека подряд, то есть на среднем месте никто не сидит. Угу, вот, угу. Сидение не разрешено. Все обрабатывается каждый день. Не знаю, наверное, по миллиону раз в день. Вот, уже устали немножко все от этого, но никуда не деться. Ресторан пока у нас закрыт, поэтому здесь пустота. Вот, лежит, грустит наш одинокий термометр, ждет всех. Hello? Так, заходим, вот. Марин, где-то подвисает интернет немножко, вас плохо слышно. Так, друзья, ну бывает ничего, сейчас интернет восстановится. Хотелось бы напомнить, что отель находится на первой береговой линии в регионе Сахалгашиш, это Хургада. Приятный бонус то, что сейчас туристы, которые путешествуют в Хургаду, они не платят за визу. Да, да, сейчас слышно. Да? Вот, здесь в ресторане тоже диванчики. Запрещено сидеть втроем тоже на диване. На среднем не сидим. На среднем не сидим. Если раньше можно было 6 человек, сейчас только 4. Вот. Напитки только в пластиковых стаканчиках сейчас. Только в пластике. Про приборы я сказала. Вы услышали, да, тут была сильно плохая связь? Да, да. Вот. Вся еда у нас, все за защитным стеклом.
Стекло видно, я надеюсь, да? Пластик наш. Это не Ну, стекло, это немножко размыто, пластик. но видно. Наверное, просто в зоне такой находимся, что так. Да, то есть получается, вот здесь пластик, руками мы ничего не берем уже, как раньше. То есть тот же шведский стол, но уже... Где-то 5-4 шеф-поваров, они уже ожидают. Здесь ни один очередей, в принципе, здесь не бывает. Вот, защитное стекло тоже здесь, где салаты. Поэтому руками не трогаем ничего. Дальше. Что касается... У нас меню одно. В ресторане одно меню. Нет детского и нет диетического. Но у нас это все по запросу. У нас есть детский уголок. Я сейчас его покажу. Он отдельно. Почему-то в этом отеле постоянно... Опять у вас пропал немножко интернет. Не слышу, Антон, сейчас вас вообще. Да. Вижу, что вышли на лобби, но как бы картинка такая размытая. Говорила, говорила, но ничего не слышала. Слышно, слышно. Слышно хорошо, да? Вот, Да. сейчас вам Да. покажу также, вот у нас сейчас как раз мальчик обрабатывает, делает влажную уборочку на ресепшене, делает он паром обрабатывает. Видно хорошо, да, сейчас? Да, сейчас видно хорошо, здесь хороший Вот кадр. он обрабатывает кресла все паром. Это тоже были приобретены специальные паровые вот эти очистители. Вот, каждый день это они все проделывают. Дальше. Мы сейчас пойдем в номер, да, наверное? Да, давайте с удовольствием. Сейчас переживаю, что в номере вообще связь отключится. Постараюсь, конечно, стать где-то около окошка. Да, все машут. Так, лобби-бар у нас. Номер мы идем в стандарт. А какое размещение максимальное в номере стандарт? Нет размещения в трипл номерах, то есть Марин, пропадаете немножко. Давайте сейчас дойдем до номера и там все расскажете, потому что мы не услышали, к сожалению. Друзья, ну ничего, перебои с интернетом бывает. Это Египет, поэтому здесь возможны такие небольшие неполадки. Сейчас все восстановится. Несколько секунд нужно подождать. Вносим свои извинения. Алло?
Да, есть, видно, хорошо слышно. Слышно, уже в номере я. Вот, не знаю, боюсь даже двигаться, чтобы сейчас снова не оборвался интернет. Не видно хорошо территорию, бассейн, бар. Да, так, вот наш первый подогреваемый бассейн, который под ресепшеном. Он у нас с подогревом. На втором этаже мы видим наш главный ресторан и нашу террасу. Вот, и получается второй бассейн. Сейчас мы пойдем туда. Вот получается все номера, да. Говорите, говорите. У нас все номера с видом на море и на бассейн. То есть так как вот он в принципе такой буквой П отель, из любого номера у нас либо же прямой вид на море, либо же сбоку. Но в любом случае как бы это бассейн, это море, это вот внутренний вот этот сад. То есть никакие номера у нас куда-то на бок не выходят. А мне нравится, что он идет корпус буквой П. У вас всегда уютно и нет ветра. Мне кажется, в любое время вот на бассейне будет достаточно комфортно. Да, здесь супер, особенно зимой, и вот на вот этом бассейне, который как раз вот дальний от моря, не ближний, потому что ближним там еще прохлада с моря идет. А вот особенно зимой, когда сильные ветра, то здесь очень тихо и уютно около вот этого первого бассейна. Ветра абсолютно нет. Здесь просто, не знаю, конечно, как будет в этом году, но в прошлом году здесь не было места, куда поставить шезлонг. Сейчас, если вы видите, тоже соблюдена дистанция между шезлонгами. Два, даже вместе нельзя, два, между ними стоит маленький столик. И, соответственно, дальше тоже дистанция. Но прошлой зимой, конечно, они просто стояли вплотную по этому бассейну, потому что теплота, ветра нет, бассейн с подогревом, все здесь кучковались. Сейчас зайдем в номер, надеюсь, ничего не оборвется. Так, заходим. Тут у нас маски, перчатки. Санитайзер, два санитайзера жидких, две водички. Это по приезду, только платно, единоразово, только по приезду. Весь мини-бар, он платный. В обычном стандартном номере с двумя кроватями. Сейчас я покажу мини-бар. Здесь есть прайс-лист сверху. Некоторые путают, думают, что бесплатно. Хотя здесь все указано полностью. Вот. Мини-бар здесь все есть. Водичка в мини-баре это тоже платная. Так, немножко опять у нас связь пропала. Марина, вы с нами или мы с вами или нет? Не видно, к сожалению, ничего. Связь пропала, картинка полностью пропала. Друзья, сейчас переподключимся. Где-то бывает, но ничего. Связи это такая, нас иногда подводит. Хотелось бы напомнить, что мы смотрели номер стандарт в отеле Sister Beauty Wash. А все номера будут идти с выходом на бассейн, либо на море, либо здесь отдельно с выходом на море. Отель построен по... Алло. Да, Да, есть. быстренько спустилась с этажа. Там, конечно, вообще интернет у нас очень плохо работает.
Сейчас я уже быстро подошла к бассейну. Вот здесь вроде нормально все, как раз Да, анимации видно, да? Да, сейчас видно все. Сейчас как раз танцуют, закончили акваэробику. Так, вот это наш второй бассейн. Вот ребята, вот гости все танцующие. Вон детский бассейн. Он у нас идет как часть большого, просто огражден. Так, вечерняя анимация официально пока не разрешена. Но ребята, конечно, что-то пытаются хоть немножечко проводить, чтобы совсем не дать нашим гостям скучать, потому что по-другому просто позасыпают все в 7 вечера. Поэтому, конечно, они стараются по вечерам хоть что-то проводить. Сниматься, то есть нет никаких скоплений народа. Здесь тоже у нас столики, здесь все, дистанция соблюдена. По 2 стульчика только за столиком. Что еще? Что хотела сказать? У нас есть отдельная вилла. Это вот, вот эта вилла. Она у нас отдельно предназначена, не дай бог, конечно, для заболевших. То есть она отдельно вообще от здания. Если вдруг будут у нас заболевшие, они будут сразу же перемещены все сюда. Внутрь, к сожалению, зайти не могу. Смотрите, все номера, насколько я помню, у них есть балкон, да? Либо да, так? да, во всех есть номерах балкон. А мы просто давайте немножко еще к номеру вернемся, так как в конце у нас связь оборвалась. Мы смотрели стандарт, максимальное размещение 2 плюс 1 в нем или 2 человека? Сейчас 2 плюс 2. И, то есть стандарт и обычный, и трипл тоже. То есть сейчас размещение 3 взрослых в номерах пока временно нет. Угу. То есть даже в трипл комнате сейчас пока только 2 взрослых и 2 ребенка. Если это дополнительная кровать, это обычная кровать. Это никакая не раскладушка, ничего, это обычная кровать. Для деток, бэйби-кот, вот эту маленькую кроватку вы ставите, есть у вас? Да, или... да. Есть, да, конечно, есть. Ничего с этим не поменялось. Бэйби-кот это все есть. Стульчики тоже для кормления в ресторане есть. Это все есть. По запросу, так же, как я сказала, в ресторане, если нужно какое-то питание отдельное, либо же для ребенка, либо... Да, я делаю бумажечку такую, отправляю сразу в ресторан на кухню, номер указываю, и все. То есть для этой семьи определенное, то есть даже если им нужно что-то одно, либо же разное, и им делают уже до конца отдыха. Вот. А так, в принципе, в самом буфете, да, там, где шведский стол, там уже присутствует что-то диетическое и каши по утрам. То есть, так как я говорила, у нас нет отдельного детского уголка. То есть уголок есть, но меню сейчас на данный момент нет. В принципе, все это можно найти в главном. Вот. А если уже что-то нужно, это все будет сделано. Так, мы на пляже. Так, понятно. Да. Вода, конечно, невероятно красивая. Да, вода вообще. Так, наши ступенечки, это вообще место очень красивое. Так, вот. Заход у вас пологий, хороший, в принципе, для деток идеально, как по мне. Да, здесь у нас две части. В принципе, и первая, и вторая, заход пологий, нормальный. То есть, если здесь еще глубина, там подальше, то на второй части у нас, как правило, там кайтсерфинг только, потому что там очень мелко. То есть нужно далеко идти до глубины. Соответственно, для детей там вообще супер. Мы сейчас туда пойдем, переместимся. Здесь дополнительных тапочек, кораллок ничего не нужно. Нет, не нужно. Здесь нормальное, песчаное, в принципе. Пляжик, дно хорошее. Здесь нормально все для деток. А по рифу? До него реально дойти? До рифа нет. Нереально, я скажу так. Нереально, потому что, вот, я не знаю, видно... Ли на видео сетка идет, а после сетки идет глубина. И глубина достаточно будет, я думаю, не маленькая. И нужно, наверное, еще 50 метров. Вот я вижу риф там, вдалеке. Ну, как правило, туда никто не плавает. Это все-таки далеко от берега. Вот здесь и есть спасатели, все, но до сетки я вижу, вот на пирс выходят. Там у нас сейчас тоже покажу, дойдем. Вот.
И сейчас вторую часть увидим. Кораллов, скажем так, тут нет. Можно так даже это охарактеризовать. То есть они есть, но они очень-очень далеко. Понятно. Ну, мне еще нравится место расположения отеля. Променад знаменитый, то, что идет. То есть вечером можно выйти, прогуляться будет. Ну да, да. Здесь, в принципе, хорошее расположение. Он недалеко ко всему. Так, сейчас поднимаемся. Здесь тоже шезлонги каждый день проходят дезинфекцию, брызгают все. Сейчас пойдем покажу наш понтончик. Небольшой, но есть. И вторую часть покажу. Пустота, конечно, в отеле сейчас. Но... непривычно, скажем так, потому что у вас обычно хорошая идет наполняемость, конечно. Да, перед тем, как закрыть, у нас была 100% заполняемость март месяц. Мы были закрыты 25 марта и открылись 31 мая. 31 мая открылись, конечно, и все. Марин, пропадаете, пропадаете, наверное, далеко отошли уже по пляжу от интернета. Да. Мы стоим на нашем понтончике. Тут у нас сбоку есть лесенка. Угу, вот. Да, видно. Персонал здесь тоже сидит, скучает. Угу. Вот здесь у нас эта часть, которая там, где мелко. Тут если увидите на видео, здесь видно, вон вдалеке, далеко-далеко стоят люди, а им там по пояс. Угу, здесь, в принципе, эта часть для деток тоже хорошо подходит. Тоже заход нормально, здесь как бы, скажем так, вообще, то есть заход в песочек и как сидят в таком, такой себе лагунке купаются. Ну вот. Да, действительно, вот для семейного отдыха идеальное место, то есть спокойно можно с детками купаться, плавать и быть спокойным за них, потому что до глубины они точно не доплывут. Да, тут даже если ты захочешь, но не дойдешь, это точно. Вот, детский клуб, конечно, пока у нас закрыт. Не знаю, насколько. А анимация какая-то есть детская? Да, анимация сама есть. Да тут деток как таковых нет. То есть здесь буквально сейчас у нас занято 10 комнат. Это в основном молодожены, которые, естественно, без деток. Сейчас вот вижу заезд сегодняшний, там с детками приехали. Конечно, они проводят хотя бы мини-диско, стараются. А так больше, кроме этого, и ничего нет, потому что детский клуб закрыт, вечером шоу проведу. Все запрещено. Все вот эти контактные игры, игрушки, это все сейчас запрещено идет пока. Да, да. Кстати, горочек, к сожалению, нет. Отель, я говорю, вот настолько он уютный, классный, в принципе, семейный, но деток почему-то здесь никогда я много не видела. Хотя, как по мне, для деток он подходит. Так это наш ресторан, это наш бар на пляже наш. Кальянная, но кальян сейчас тоже запрещен. Пока временно, можно сказать, все запрещено. Это наш рыбный ресторан. Он идет всегда за дополнительную плату. Для сколько всех. Стоит резервация или там по меню платят? Да, там по меню. Там по меню. У нас есть еще итальянский ресторан. В итальянском ресторане там от 7 ночей одно посещение бесплатно. С предварительной резервацией со мной. Вот, второе уже, и все последующие уже идут платные. Сейчас покажу тоже детский клуб, который пока закрыт. Скажите, пожалуйста, а что у вас есть для репитеров, возможно? Или есть ли день рождения у гостей? Или медовый месяц? Есть, так, что скажем, для репитеров у нас следующее. У нас есть фруктовые корзины, которые, размер которой зависит от количества посещений отеля. Вот, чем больше посещений, тем больше корзина. Да, вот, и тем больше ее наполняемость, скажем так. Вот, есть репитер, есть просто определенная градация
там несколько, от начиная от двух посещений, заканчивая 10, допустим, и выше, это уже идут VIP один гость, и там уже намного больше привилегий. Там и раннее заселение, и позднее выселение, бесплатно, соответственно, бесплатное посещение ресторанов, а-ля карт, фрукты в номер, тапочки, вот такое. Например, если это репитеры второй раз, третий раз, это только фруктовая маленькая корзинка. Единоразово по заселению. На следующий день я, как правило, это отправляю. Тортиков, к сожалению, здесь на день рождения нет бесплатных. Только за дополнительную плату. Вот. Что еще? Может, что-то забыла? А, допустим, если просят украсить номер, либо стол, вот что-то Да, такое. это делают, это без проблем. Это делают, это без проблем. Вот, спа-салон еще, да, у нас закрыт. Пока закрыт, пока никаких услуг в спа-салоне они не предоставляют, только тренажерный зал открыт. Тренажерный зал открыт, и максимально допустимое количество человек в один момент это 4 человека. А скажите, пожалуйста, по концепции все включено. Когда начинает она работать для гостей и когда заканчивается последний Начинается с 10 утра, день? да, до 12 ночи. Соответственно, в последний день, когда снимаются браслеты, уже концепция не работает. Здесь браслеты снимаются. То есть в 12 по выселению, когда гости сдают номер, соответственно, снимаются браслеты. Если у гостей в день прилета не был включен обед, у них включен обед и в последний день. Но, скажем так, Антон, если все же мы люди, да, и если это детки, если это люди, у которых очень поздний вылет, то есть если они просто просят, хотя бы спрашивают, то есть персонал никогда не отказывает, они всегда идут на уступки, они без проблем, даже если у них в первый день, в день заезда был обед включен, если они пообедали, они предоставляют обед и в последний день. Вот, но браслеты снимаются в 12 дня. Понятно. Ну, в принципе, никогда не было там жалоб, либо что-то где-то еще чего-то. Мне кажется, что всегда, если подойти спросить на ресепшн, то помогут и расскажут, и никаких Да, проблем не вот, действительно, если подходят и спрашивают или просят, именно как бы в нормальном, да, по-нормальному, никто никогда не откажет. Мне будет. кажется, так везде было, есть и будет. Вот, возвращаемся мы уже. У нас настолько маленький, компактный, что его можно обойти за 5 минут. Гулять негде по Он территории. уютный, знаете, вот Да, мне очень кажется, он такой уютный. уютный и домашний вот в чем-то. Да, у нас очень много репитеров, очень много. Вот я до этого отеля проработала в другом отеле 8 лет. В этом отеле я год на данный момент. Вот я никогда не видела такого большого количества репитеров. Это в основном немцы, англичане. Они просто, вот, они сейчас пишут, не знаю, каждый день по 10, по 15 человек, когда можно приехать, когда можно забронировать. Они приезжают, реально есть такие люди, которые приезжают каждый месяц на протяжении года. Вот. Так, сейчас еще вам покажу снизу, чтобы увидели. Здесь, конечно, может внутри пропасть связь. Сейчас постараемся. Так, я покажу просто зимнюю анимационную сцену. Это у нас летняя была, летняя площадка. Это уже, когда начинаются ветра. Это у нас Видно, вот видно, здесь. видно. Видно, да? Тоже столики по 2 человека только. Пока так. Было раньше по 3, по 4, пока по 2. Дальше спа-салон. Вот, массаж там открыто, но он не работает, только фитнес. Итальянский ресторан, который я говорила, там все работает. Вот. От 7 ночей одно посещение бесплатное. Если 6 ночей и гости очень хотят, я не отказываю. Поэтому даже при 6 ночей можно обедать. Внизу. Пропадайте, Марин. Алло, Антон. Немножко Слышно? пропали, но сейчас вот более-менее Все, нормально, но все равно. я сейчас выхожу наверх. Сейчас здесь связь появится. Слышно сейчас? Слышно, Видно? слышно. Ступеньки А тоже видно? видно. Да? Все, поднимаюсь. Сейчас здесь какой-то выберу
местечко, где будет хорошо и видно, и слышно. Так, сейчас стану около наших красивых живых цветов. По поводу сертификата безопасности, я, кстати, вас поздравляю с тем, что вы его получили. Насколько я знаю, он выдается на месяц, да, только у вас тоже? Да, спасибо большое. Нет, он не на месяц, он у нас, сейчас скажу вам, до конца 2020 года. А, он у вас так выдается. Угу. Да, вот он такой. Сейчас я вам покажу его. Тувнорд, вот синий такой круглый. Вот, смотрите, да, видите? Видно. Да, да. Сверху да. написано, вот действует, действительно, до 12-го 2020. Вот, поэтому до декабря он пока еще действует. Ну, вот, вроде бы все рассказал. Ну да, вроде, знаете, так как все быстро, потому что здесь отель небольшой, компактный, хотя, как по мне, это его плюс. Потому что действительно хорошая, небольшая, ухоженная территория. И он, конечно, такой домашний. Вот действительно, да, он такой очень уютный, домашний. Домашний. Да, и очень большой плюс – это всегда то, что ну, в хороший сезон, в хорошее время здесь отдыхает очень много европейцев. Поэтому кто ищет как можно меньше гостей из стран СНГ, то, в принципе, его можно достойно предлагать и рассматривать. Вот, Марина, да, вам спасибо Антон, огромное знаете... за то, что нашли время, уделили нам, показали отель. И вам. Пропадаете немножко, пропадаете где-то. Алло, Антон, слышно? Слышно, картинка подвисла, но слышно. О, все, стою, не двигаюсь. Ну, слышно, видно, да. Вам огромное спасибо за то, что нашли время, все-таки уделили. Вот, потому что действительно один из таких легко продаваемых отелей, так как своими глазами мы его в этом сезоне еще не видели. Да, надеюсь, что мы в ближайшее время увидим его таки, уже как бы face-to-face. И я надеюсь, что вы побыстрее будете его продавать. Правда, он очень классный, очень. Здесь питание шикарное, я считаю, для такого отеля, вот маленького, да, здесь очень хорошее питание. Это вот первый, наверное, огромнейший плюс. Я здесь вот за год, ну не знаю, вот чтобы не соврать, у меня было... одна жалоба от немцев на питание, и то это была не жалоба, а просто как бы определенные пожелания. Здесь на питание нет жалоб вообще. Только разнообразное и хорошее, свежее всегда все, что с этим вот никогда проблем нет. Это тоже, я считаю, большой плюс отелю. Да. Вот. Да, да, да. Спасибо вам тогда еще раз. Вам хорошего сезона, Марин. Вам побольше спасибо гостей, большое. Конечно, и как можно выше заполняемости в отеле. Спасибо большое. Спасибо вам, Антон, за время, которое уделили. Спасибо. Спасибо. Вам хорошего дня и привет из Киева. Спасибо большое. Все, всего хорошего. До свидания. До свидания.